как в целом тебе игровая индустрия нынче? Как относишься к Сталкер? Я играл в Сталкер первый, мне он быстро надоел. Ну, собственно, на этом все. Я больше никогда не хотел в него играть. Второй Сталкер я бы, наверное, поиграл, посмотрел бы, по крайней мере, что это. То есть включил бы стрим с этой игрой. Как мне игровая индустрия в целом? Я могу сказать одно. Игровая индустрия, по крайней мере, вот если... Знаешь, все поставится в сравнении. Если сравнивать игровую индустрию с тем, что происходит в индустрии кино и музыки, то игровая индустрия чувствует себя просто прекрасно. То есть все не идеально, потому что многие известные имена, типа там вот Blizzard, да, решили делать чисто деньги и срать говно. И зашкварили там многие свои продукты, все новые продукты у них зашкваренные. Ну, короче, вы знаете, как это, да. Далее, то, что игры выпускают недоделанные, то, что игры выпускают в преальфе, блять, или в лучшем случае в бете. Называют это готовой игрой, и ты вынужден платить, чтобы они доделали игру. То есть вот такие моменты, да, то, что многие компании зашкварились игровые, многие серии игровые, ну, типа, уничтожаются, типа, вот, Diablo уничтожено, да, Diablo уничтожили. Там много очень игр, это ж... Я уж молчу потом, типа, продолжение Героев Меча и Магии, которые нахуй никому не нужны здравомыслящему человеку адекватному. Там шестое, что там седьмое, там десятое, блядь, это говно ебаное, тупорылое. Так-то герои живые, ну, третий, адекватные, да, ну... Короче, есть негативные моменты. В том числе СЖВ просачивается в игры. Тот же Baldur's Gate, вспомните. Там достаточно много СЖВ. Но все еще по сравнению с киноиндустрией, по сравнению с музыкой, как бы геймерская индустрия, как по мне, ну, на терпимом уровне, все еще не так плохо. Короче, главный серьезный минус — то, что из-за денег многие известные имена зашкварили. Самый лучший пример — это Blizzard, да. И то, что игры выпускают не готовыми. СЖВ — это еще терпимо в играх, на самом деле, потому что в чем прикол? Когда в играх добавляют СЖВятину, ты можешь ее скипать часто. Не всегда, но часто ты можешь скипать. Когда в каком-то кино СЖВ, это сложнее порой скипать.